Акробатика – это умение двигаться и владеть своим телом. Стоит отметить, что этот вид спорта широко популярен среди детей и подростков. Но он также легко дается людям любого возраста с разными физическими возможностями. Выступления акробатов заставляют восхищаться их умением быть такими гибкими и сильными духом. В Белгород-Днестровском уже 34 года существует спортивная школа по акробатике. И вот уже четверть века детей тренирует Татьяна Ломаченко. За время своей работы она выпустила более 10 мастеров спорта и немалое количество кандидатов в мастера. Ну, самый такой результат – это Жарняк Ломаченко, женская пара. Они 5 лет были в сборной Украины, выступали на чемпионатах мира и Европы и были медали. Вот. Сейчас на смену к ним пришла пара Элла Богданова, мастер спорта, она была верхней в тройке, и Настенька Вересова. Школа номер 4, 6 класс, она кандидат мастера спорта. Сейчас она на последних соревнованиях стала мастером спорта, и вот документы в присвоении. Элла Богданова, студентка первого курса педучилища, физкультурного отделения. В спортивную школу ее привели родители в 5 лет, тоже спортсмены. Сама же Элла с удовольствием занимается акробатикой и уже достигла серьезных результатов. Всегда в детстве мама хотела меня отдать на художественную гимнастику или на балет. Ну, там что-то такое, что связано с растяжкой. И узнали, что в городе есть акробатика. Ну и, конечно же, мама меня повела на акробатику. Как бы это очень помогает развитию всех групп мышц, то есть растяжка, подкачка, нагрузка. В будущем я, допустим, смогу стать тренером акробатики, тренером по фитнесу, давать какие-то инструкции. Ну, я вообще планирую связать свою жизнь со спортом дальше. Партнерша Эллы, Настя Вересова, ученица 6 класса 4 школы. Ее учительница физкультуры Юлия Ивановна Шинкаренко заметила, что девочка обладает определенными способностями и предложила родителям Насти отдать будущую профессиональную спортсменку в школу акробатики. Ну, мне понравилось, как дети выступают. А где ты это видела? Я здесь, в зале. А сюда, в зале тебе? Ты сама пришла или тебя кто-то привел? Не, меня учительница привела, у меня соседка. Ты не жалеешь, что ты сюда пришла? Нет. Скажи, а вот ты участвуешь в чемпионатах, страшно? Тяжело вообще? Ну, выступать страшно. Почему? Так. Ну, потому что волнение, когда выступаешь. Несмотря на то, что девочки работают в паре всего 3 года, они за это время смогли добиться высоких достижений. В Болгарии проходил чемпионат Европы, где они среди эйдж-группы, самая младшая возрастная категория, заняли 5-е место. В марте в Виннице прошел Кубок Украины по спортивной акробатике. По результатам 3 видов Элла Богданова и Настя Вересова заняли почетное 3-е место, уступив одесситкам и винничанкам. Но еще порадовал дуэт с нашей спортивной школы Ирина Назимова и Вероника Гобелок. Они заняли 4-е место. Выступили хорошо. Я считаю результат очень удачным. И хотела бы пожелать, чтобы они точно так же выступили и в Америке. В ноябре 2011 года состоялся чемпионат Украины, где по итогам соревнований Элла и Настя будут представлять Украину и наш город на чемпионате мира, который пройдет в апреле месяце этого года в Америке, штат Флорида. Туда не так просто попасть, конечно, одна пара. И они будут работать за страну. Дело в том, что сейчас у нас такое положение, что от страны финансируется только взрослый состав, а эти девочки, они работают по юниорам. Вот их задача, моя задача, сохранить их до взрослого состава, чтобы они заняли первую позицию в стране, и тогда уже нам будет помогать Державный комитет спорта. Пожелаем девочкам Элле и Насте удачи и победы на предстоящем соревновании.